Сегодня морозно, и лужа превратилась в каток. Практически весь ряд покрыт коркой льда. Предприниматели заметили, что вода стала появляться здесь после того, как несколько месяцев назад уложили новый асфальт. Уровень даже стал выше, есть водостоки, ну и проблема есть. Я предприниматель уже 25 лет. И меня возмущает первый раз такое, что покупатели подходят к входу. И кто постарше люди или женщины на каблуках, они просто сюда не идут. Потому что вы прекрасно понимаете, посмотрите, какой асфальт, прекрасно понимаете, что здесь можно только убиться или переломать ноги. После осадков вся талая вода стекает на этот ряд, так говорят те, чьи торговые точки здесь находятся. И действительно, остальная территория выглядит комфортнее. Видите, как сделано? Со всех рядов вода идет вот в одно место. У нас даже по ролетам вода течет. У нас такое сделано здесь, что мы ролеты. Вот сегодня мы еле-еле открыли две ролеты. Потому что шла вода. Неудобно. Очень этот ряд очень неудобный. Пока мы снимали этот материал, узнав о проблеме и чтобы устранить ее, приехал заместитель директора управляющей компании. Предприятие следит за благоустройством торговых площадей и реагирует на просьбы тех, кто ими пользуется. Это конденсат, стекающий с кровель, потому что снега уже нигде нет. И он за ночь замерзает. У нас на этом ряду сделано конструктивно водоотводы. Получается, за день намерзает, потом подтаивает, и за ночь это все сходит. И потом тонкими слоями наледеневает. Ну, конечно, примем меры, засыпем все это солью. Налить удалим. Скорее всего, потребуется инженерное решение, которое предстоит принять руководителю управляющей компании. Серьезных нареканий к состоянию лабинских рынков мы пока не слышали. И эта лужа не должна испортить впечатление. Людмила Никонова, Игорь Исаков, телекомпания «Лаба».